А пока на сцене Игорь Сурханов и Алена Атына. Моя на сердце прячется, отчего же мне не плачется? Только дни за днями катятся прочь. Я ушел дорогой млечною на разлуку бесконечную и легла на землю вечную. Ночь. Небо знает и не знает, где тебя искать, где тебя искать в дымке земной. Следом за тобой, следом за тобой, следом за тобой. Заслуженные артисты России Игорь Саруханов и Алена Атына. Александр Яковлевич. Такое ощущение, сейчас бить будете, папаша, такой, нет? Нет, да нет. Я Бенсона люблю очень. Здорово было задумано, вообще сделано очень хорошо. Я поставлю туза, хотя... Хотя, если вы поработаете вот просто с этим произведением серьезно, то будет вообще тогда два туза. Песня потрясающая, там возможностей колоссальное количество. Я с ним позанимаюсь, Александр Яковлевич. Пожалуйста. Я смотрю, Любовь Успенская сейчас, ну просто вот прям не сидится ей на месте.
Я впечатлена этим номером, этим исполнением. Здорово. Дуэт получился однозначно. Алена прекрасная. И Игорь, ты вообще настолько золотой и замечательный человек, позитив. Когда я тебя вижу, мне кажется, что все в жизни прекрасно и нет никаких проблем. Туз. Вы представляете вообще, какой класс то, что сегодня родилась идея сделать дуэт? Небо знает и не знает. Идите к нам, любовь. Потому что я знаю, что вы пели эту песню. Боль моя на сердце прячется, отчего же мне не плачется, только дни за днями катятся прочь. Ты ушел дорогой млечною, на разлуку бесконечную, и легла на землю вечная ночь. Небо знает и не знает, где тебя искать, где тебя искать. Ты мне не земной. Небо, птица улетает, улетает следом за тобой, следом за тобой, следом за тобой. Вьюга у порога мечется, и окно все так же светится. Михаил Захарович. Леночка, очень понравилось, что ты пела по-своему эту песню так. Очень по-своему. Это здорово. Это еще раз показывает вообще твой талант и твою индивидуальность. Здорово. Игорь, ну нет слов. Мы сидели просто и... Эмоции друг другу кивали и говорили «да». Это да, вот и все. Спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо, Туз. Туз, конечно. Вот это вечер, понимаете? Вот хорошие люди посидят. Да и споют, а? Я так соскучилась по вас, Александр Васильевич. Вы себе не представляете. Я рада вас видеть. Спасибо. Ну и мне тоже будет кого мочить теперь, понимаете? Но недолго. Чем хорошо
это произведение, оно такое широкое поле для импровизации, для какой-то, можно поиграть там, пофантазировать, то есть гитаристу, вокалисту, то есть очень такое свободное произведение. Можно там массу вариантов каких-то там внутри произведения, во время исполнения прямо найти. Дуэт замечательный, тут слов нет. Я просто хотел сказать, вот сейчас, когда пели втроем, вот это импровизация, без подготовки, да, но вот накал этой песни, то есть ее какая-то вот такая аура, это дает какую-то дополнительную такую искренность и семиминутную радость этого произведения. Я ставлю туза. Отлично, и сегодня дуэт потрясающий получает 4 туза. Игорь Саруханов, Алена Апина.